Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Соперник на ринге в первую очередь учитель и помощник, говорит 12-летний Петр Концевик. Он уже полжизни занимается кикбоксингом. Рассказывает, в этот вид спорта пошел, потому что секция находится рядом с домом. В итоге так втянулся, что теперь соревнования и тренировки стали для него образом жизни. Ни один бой не бывает легким. Всегда надо выкладываться на 100%. Мне нравится выступать на соревнованиях, когда-то побеждать, когда-то понимать, что ты в чем-то ошибаешься, недоработал где-то, и над этим работаешь. Рукопашный бой, джиу-джитсу, тэквондо и даже умение обращаться с шашкой. На крупнейшем в Поволжье фестивале единоборств все, чем славится самарский спорт. На соревнования со всех уголков страны собрались около 1000 ребят в возрасте от 8 лет. Среди участников разыграли более 600 медалей разного достоинства. В каждой федерации достаточно количество участников. В каждом виде спорта сейчас, в каждом соревновании участвует не менее 200 спортсменов. Достаточно хорошая, большая подготовка. Участвует очень много призеров, победителей первенств России, призеры первенств Европы, призеры первенств мира. Для многих участников эти соревнования стали судьбоносными, а лучшие в своем виде спорта отправятся на первенство России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.